корейские армрестлеры хотят заявить о себе на весь мир выходом на новый уровень, вытесняя нынешних чемпионов в мировом армрестлинге, достигая небывалых высот. А сейчас поподробнее. Итак, под Новый год 29 декабря 2018 года в городе Сеул, Южная Корея, состоится ежегодный профессиональный турнир по армрестлингу Silves Classic, организованный компанией Silves при поддержке КАФ, Korean Arm Wrestling Federation. В этом году турнир в Южной Корее станет интереснее. А вот о размере денежных призов, то тут возникает определенный интерес. А именно, владелец компании Silves и президент Федерации армрестлинга Южной Кореи Сяо Мин Бае заявляет, что Silves станет пятым событием в истории турнира по армрестлингу и самым большим турниром Южной Кореи. На нем будет разыграно призовых порядка 10 тысяч долларов. Победителям чемпионата будет вручать в пределах между 500 и 1000 долларов, что в корейской валюте эквивалентно 1 миллиону вон. Конечно же, размах небольшой, но все впереди. Участие на чемпионате примут спортсмены из разных стран. А среди известных это Юшинобу Канай из Японии, Мирталих Асланов, Азербайджан, Эрик Вульф, США и Александр Белоусов из России. Параллельно, вместе с открытием турнира ожидается еще одно событие, которое дополнит турнир по армрестлингу. Историю корейского профессионального армрестлинга КАФ, Korean Arm Wrestling Federation. Тем самым в Сеуле будет открыт первый в Азии брендовый магазин спортивного оборудования Mazurenko Equipment. Брендовый магазин будет оснащен полным необходимым спектром и оборудованием для армрестлинга Mazurenko Equipment, начиная с ручек, ремней для тренировки и заканчивая столами и тренажерами, то есть все-все-все. Открытие брендового профессионального магазина создаст все условия для подготовки корейских армрестлеров в доступной и упрощенной форме. А это значит, что совсем скоро в рядах великих и знаменитых спортсменов по армрестлингу появятся новые чемпионы из Кореи, которые будут создавать серьезную конкуренцию сегодняшним нашим известным спортсменам, как из СНГ, Европы, так и из США. Президент Федерации армрестлинга Сяо Мин Бае выразил признательность Игорю Мазуренко за помощь по развитию и открытию профессионального магазина для армрестлинга. Это событие очень важно и знаменательное в истории основания профессионального армрестлинга в Южной Корее. Организация КЭФ, соответствующая всеми требованиям WAF, World Arm Wrestling Federation, благодарна всем участникам и организаторам по продвижению Лиги армрестлинга Кореи. Кстати, именно на чемпионате мира по армрестлингу Турция 2018 и прошли переговоры между PL и Silves Company. Игорь Мазуренко и Сяо Мин Бае обговорили и договорились о тесном сотрудничестве для осуществления ряда глобальных проектов профессиональной Лиги армрестлинга PL. Это глобальное событие в скором времени круто изменит общее представление и зрение величность на профессиональных армфайтах, создав десятки новых чемпионов, чем и разнообразит этот вид спорта. А всем нам только добавить море позитивных эмоций и ярких событий, которые мы все ждем с нетерпением от наших чемпионов, кумиров и звезд. Хотел бы обратиться к вам, дорогие зрители. Спортсменов по армрестлингу интересует, насколько масштабно возможно развитие корейского армрестлинга на мировом уровне и какова вероятность, что в ближайшем будущем будут серьезные изменения в профессиональном армрестлинге, судя по тому, как активно и масштабно планируют интегрировать новшества на профессиональных армфайтах и армрестлингу в целом. Конгрессом WAF, который состоялся на чемпионате мира в Турции в середине октября. Об этом, кстати, будет специальный выпуск. Но сейчас больше интересует ваше мнение о нововведениях в армспорте. А на этом мой выпуск подошел к концу. Оставляйте свое мнение в комментариях, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал. Желаю вам больше ярких событий в жизни и спорте. Good luck! Да, и кстати, если вас интересует прямой просмотр Vendetta онлайн, то уже сейчас можно поставить бронь. Для этого достаточно пройти по ссылке в описании под роликом. На открывшемся сайте нажать «Register now» и заполнить форму регистрации. Далее на указанную вами почту придет письмо с подтверждением. Откройте ссылку с этого письма. Вот и все, вы зарегистрированы. Далее осталось только приобрести просмотр. Жмите Pay Now. Далее, произведя оплату, вам останется только ждать, когда начнется Vendetta Online. И к моменту, когда начнется Vendetta Online, вам будет достаточно только зайти на сайт и наслаждаться просмотром. Thank you.
Ну, а если у вас есть друзья, которые также хотят посмотреть Vendetta онлайн, то их можно пригласить как своих рефералов. Для этого достаточно через меню пройти в раздел «Реферал Plan» и отправьте своему другу вот эту ссылку. А за каждого зарегистрировавшегося друга вы будете получать Aram коины, которые можно тратить в магазине Aram Bets и покупать различные эксклюзивные товары на тему Aram спорта. А на этом все. Удачной вам регистрации!